Народ, привет! Вот мы сейчас отправляемся на кораблик и идем праздновать мой день рождения. Так что покажем, как можно отпраздновать день рождения в Дубае. Что интересного можно сделать. Скажу сразу, мы поедем на большом круизном корабле. Там будет еда из отеля 5 звезд. Все покажем. И потом будет самое крутое и дорогое шоу в Дубае «Ля Перл». Так что все покажем. Смотрите, вот мы идем на кораблик, но в принципе все о кораблике и о фестивале Моле, куда мы едем, будет отдельное видео, как добраться. Сейчас просто показываю наш путь, наш рейд, как мы попадаем на большой корабль. Через маленький, да, Наташа, вообще так... Да, здравствуйте, я не поздоровалась. Да, мы в восхищении, в таком этом, как бы, в предвосхищении, волнуемся. Надеюсь, будет хорошо, интересно. Билеты мы купили так, хотя можно и с карточки. Проезд стоит 2 дирхама, но опять-таки об этом будет отдельное видео. Сейчас сели и поехали. Вот мы добрались уже до фестиваля Мола. Смотрите, какое красивое здание. И мы сначала не знали, что это библиотека Мухаммеда Рашида. Очень красиво, как открытая книга. Вообще здорово. Посмотрите, этот закат просто невероятный. Невероятно красиво. Небоскребы. Вот, возможно, на таком кораблике мы поедем, мы еще не знаем. У нас еще есть время. Поэтому мы немножечко походим в фестиваль Моле. Вон фестиваль Мол, очень красивый. Шоу, что еще будет? Впереди. Все, погуляли в Моле, сейчас спешим на кораблик. Тут или один, я сейчас вижу, или несколько. Наташа говорит, уже людей полно, хотя еще полчаса до отплытия. Отплытие в 7:15 вечера. Да, они уже здесь. Кораблик, по-моему, Альфарис называется. Может, фотку сделали, надо будет только код показать. И все, как бы, мы должны зайти. Ну, посмотрим, интересно, кстати. Даже не знаем, вот первый этаж стеклянный вроде как, а второй продуваемый, но может быть холодно, потому что зима, сегодня 21 декабря, поэтому может быть холодно. Да, это он. Ничего, какой он крутой. Ух ты, вот такой вот новогодний кораблик. Ух ты, что, нужно здесь код показывать? Наверное. Да, у тебя есть? Фуховим. Ольга. Ольга. Романова. Ольга. Ух ты, что там он там? Ольга. О, наконец-то вроде нашли мое имя. А куда проходить надо? А, приветственное что-то кофеек и. Приветственный напиток. А нам это нужно? Не знаю, ты, давай. Может, сними, там руки вытирают, и уже закончилось. И вот что-то там женщины пытаются поесть. Вот, ух ты. Давай, пройди. How are you? Давай, что? А что это такое? Финики. Ух ты, какие красивые. Это я хочу эти финики. О, Наташа, конечно, будет. Вот сейчас давай я. Я тебе тоже дам. Да, хорошо. Только не стороной. Ну, здесь такой чаечек, финички. В арабском стиле приветствия. О, я спасибо. Буду пробовать. Да, ты будешь пробовать, давай. Это дорогие финики. Дорогие финики надо брать. How are you? Thank you. Все, поедим финичку, а вы на корабль. Так, ну что, будем проходить. Наташ, пошли. Елочка. Как-то все цивильненько. Вон еда уже. Интересно, когда можно будет это снимать. Hello. We need to give you something. А, окей. Все, проверяю температурку. Все? Окей? Name? Все, вот сколько Романа. Людей нужно. Вы up? Сказали нам up идти. А как вообще? Окей. Так. Ух ты. Боже, это совсем какой-то уровень. Good evening. Good evening. How are you? Ну, сейчас посмотрим. Может, там для нас по-другому будет? Да, может, для нас там что-нибудь сейчас еще покруче или похуже, да, приготовлены?
Good evening, guys. Good evening. Туалетик вроде есть, хорошо. Да, это уже радует. Так, сейчас главное отсюда не свалиться. Good evening, good evening. На любом месте можно сесть. О, а тут другой уровень немножко, да? How are you guys? Fine? How are you? Good evening! Ага. Слушай, то же самое. Ух ты, мне вот такой же вкуснотенюшка, смотрите. Класс. Two person. И немножечко здесь, конечненько, прохладненько. Давай сейчас как сядем, все снова включимся. Здесь нам на два? О, смотри, прямо ух ты, вообще, смотри. Именные. Слушай, а везде на кораблях? Ольга Романова, бутылочка воды. Ну, меню, без речи. Вообще красиво. Вот только вопрос, замерзнешь ты или нет. У нас елочка упала. Мать, я взяла кофточку, кстати. Водичка есть и прекрасные виды. Я надеюсь, прекрасные люди с нами там, с нами здесь будут. Не знаю, кстати, как. Ну, такой полный кораблик, полный. Потом же мы все на шоу Ля Бер. Уже масочку можно спустить? Да, вроде можно. Так, Наташ, быстро пока, твои впечатления. Знаешь, немножко офигели, том, да? Слушай, о том, что я видела, что люди ездят, и мне кажется, тут уровень люкс. Вот реально, мне так кажется. Посмотрим. Везде, мне кажется, да. Ну, может, вот мы... Думаешь? Почему? Ну, давай, сейчас оставим. Наташа смелая, нет, давай. Открывать нет. Ну, давай просто. Давайте ну, покажем пока без открывания. И здесь везде елочки лежат. Я думаю, что просто это ветром. Это что-то будут готовить. Это что-то приготовят. Видишь, лепешки, значит, может быть, арабская. А тут что-то салатик, хумус. Табуле, хумус, что-то с нудлсами, салат типа... Ага, понятно, опять, салатики. Что-то майонезный. Интересное, все накрытое. Это фатуш, наверное. Фатуш. Народ, комментируйте, фатуш салат. Пробовали. Оливки. Салмон такой, рыбка. Лососевый. И курочкин салат. Маринованные. Курочкин, что такое, сморозил. Дальше парата, вкусная индийская парата. А здесь мы открывать мы не будем пока, ага. Рис. Значит, рис здесь... Ну, всякие такое. Ну, это вегетарианское, ну, идем там посмотрим. Вот, на другой стороне люди все заходят, садятся, и на другой стороне... Надо на пудинг посмотреть. Фестиваль. Ну, да. Это будет приятно. А здесь, наверное, ну, наверное, много все закрыто. Ягненок, да? Рапсики, это гриль. Алло. Чикен, да, гриль. Ну, вот такие вкусняшки. И вот это хочу. Мама дорогая, боже. Слушай, ну это обалденно. И суп здесь какой-то... А, ум-али. Это сладость. Это вкусная сладость, безумно вкусная. Мы как-то пробовали, да? Где, Наташа, мы пробовали? Мы пробовали в Radisson Blue. И в Radisson Blue, и просто да. Так покупали. Ну, видео конкретно есть, по-моему, в Radisson Blue. Так подожди, сифуд еще что-то есть. Тут мне кажется, ну, мы хорошо покажем зашли. Потом поподробнее, пока мне сядем. Кажется, у нас хороший праздник намечается. Ну, я надеюсь, я того заслуживаю. Да. Так, вот к нам соседи уже пришли, прикольно. Смотрите, мы взяли бар-меню. Есть пиво 30-40-45, водка, значит, 60 миллилитров 80-30-45, ром, короче, 45-20, Old Monk есть индийский. Дальше вода какая-то, Ginger Ale, минералочка. Да. Это имбирный. Да, 5-10, виски 10-45. А за сколько? Джин 45. Это какой, 50 миллилитров? Да, я озвучу, за сколько миллилитров. Ну, так как бы, а шампанского нету, да, здесь? О, а не, спарклинг вайн должно быть. Не, нету шампанского. Ну, мы и так как бы думаем, будет хорошо без шампанского. Тем более мартини может попить. Слушай, я так не хотела, когда... Ну, я не знаю, почему, может быть, действительно, когда ты прибываешь вместе, да, это одно впечатление. Когда ты смотришь, это совершенно другое. И вот когда я видела эти кораблики, которые отходили с ДР и еще откуда-то, мне как-то это было очень странно, понимаешь? Ну, да. Неинтересно. А вот сейчас я как-то... Сейчас мальчик что-то подносит уже. Ай, ай. А вот is it? What is it? Яблочный сок. А выглядит как виски, конечно, да. Чему я здорово удивилась. Оно так красиво. Нет, яблочный. В общем, яблочный только, сок, а мы ждем нашего я отправления. Сейчас попробую, но это из этого. Боже, мы найдемся еще до этого, ну, до начала. Ну, это просто какие-то закусочки. Боже мой. По-моему, мы сейчас еще пока не будем есть. Но сейчас придет за это. Наташа с елочкой и с закусками. Пахнет вкусно, слушай. А ты поняла, это одна тарелочка на... Я думала, каждому тарелочка. Это одна тарелочка на... Смотри, да. По две штучки всем. Давай. Это по
Давай. Чтобы пробовать первое. Ты пробуешь что-то? Кушать, да? Это с курочкой. Лаваш и курочка. Я хочу, вот, наверное, вот с этой приправой. Это напоминает какую-то такую рыбную вьетнамскую приправу. Нет? Не напоминает? Ну как? Все, теперь давай я буду пробовать. Очень хорошо. Давай, держи теперь. Мы каждое будем пробовать? Ну да, я попробую эту, ты и все. И что у тебя, курочка, да? Курочка. Да. Курят. Ты знаешь, сделано совсем не на... Вот, давай. Вегетарианское, да, что-то должно быть? Или тоже мясо? У меня вкусное мясо, кажется. Фаршик? Ой, я не понимаю. Васаби, по-моему, это мяско. Это не васаби, это, по-моему, это минт, ой, мята. Вкусный, мята, да? С мятой. А вот это? Это такой аперитивчик. Аперитивчик перед большой едой. Скажи, как вкусно. Вот реально какой-то уровень ресторана. Не вот забегаловки, да? Не помню, я уже говорила, что это из отеля «Пятерочка» Crown Plaza. 5 звезд, да? Надо еще посмотреть, что это за отель такой. Не, ну судя по приборам, как выложены, да? Ты же показывала. Ребятушки. Ваше здоровье. Поздравляем тебя. Вот нас тут пригласили уже к этому, и мы, конечно, покажем вам. Мама, но дорогая! О, боже мой, это реальные цветки. О, боже! Ух ты, просто мясо просто классное. Курица. Так, это рыба, это сифуд, это кальмары, что-то еще здесь. Ой, это Даше понравится, это мы попробуем обязательно. Так, мы там были. Это мы попазывали. Сейчас мы здесь себе возьмем что-нибудь и умали. Боже, какой умали красивый. Ой, какой класс. С орехами. Ой, 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 ой. Побежали набирать. Ну там мы салатики показали. Народ, привет. Смотрите, что мы здесь взяли себе. Немножко рисика, картошка. Ну, углеводы так себе. Вечером, конечно, рыба. Это курочка, шашлык, ягненок и курочка. Курица в каком-то соусе. Курица в каком-то соусе. Это томатный супчик. С базиликом. Это Наташин салат. Это уже табуле из киноа. Потом просто овощи и фатуш. Это ум-али с орешками, про которые мы рассказывали. Да, здесь оно не очень красиво, но еще я карамельный пудинг взяла. Сейчас, кстати, попробую суп. А я еще взяла вот с морепродуктами. Тут кальмары, по-моему, рыба. Ну, вообще, потрясающее что-то. Так что, Ромашечка, хороший, интересный такой. Скажи. Не густой, но прикольный. Не густой, нет. Когда я наливала, совсем не густой. Знаете, как томатный бульон, я вам сказала. Томатный бульон. Так, дальше пробуем что? Ну, картошка, рис, думаю, вкусная. Давай. Ты картошку взяла? А я не взяла. Тебе дам. Я не надо. Дам. Ой, я думаю, эта рыбка будет потрясающе вкусная. А еще, знаете, что классно? Мы ближе всех сидим к еде, мы пошли первыми. Нас пригласили первыми, не то, что там... Нас 4 человека, наши 2 столика. Нас к нам первыми подошли и пригласили, что уже, пожалуйста. То есть не вся толпа стоит. Народ, я рыбу сейчас, конечно, не люблю, но это балдеж. Это балдеж просто. Белая рыбка, я даже не знаю. Ну, это может быть и... Не знаю, что это вообще. Честно, не знаю. Я не знаток рыбы. Простите, я шоп из ножа. Давай. Пропитано во вкусном маринаде. Сказала бы в вине, но это невозможно, потому что здесь много мусульман с нами есть. Хотя напитки вы видели, которые предлагаются. Да. Но вкусное? Угу. Так, прожуй. Косточка, простите. Это еще классно. Что-то не то? Сейчас нам дадут билеты на наше шоу. О, подошел к нам парень и спросил, ну, поинтересовался, мы ли это мы, и сказали, что нам, да, дадут билеты на шоу. Да, отлично. Так, курочка, да, это да, это да, ягненок. Да прожуй, прожуй, пожалуйста. Я буду говорить, бы музыка играет. Ну да, музыка играет, не останется такого впечатления, да? Да. Ну, ребята, я не видела, чтобы такие куски... Ну, может быть, я не видела. Пишите в комментариях. Не могу жевать даже. Да? Жир. Какой-то кусок взяла там жире. Не очень. А у меня возьми, может быть, и у меня? Маловастенько. Ну, давайте теперь по традиции... Нет, не по традиции, покажу-ка я Наташу. Прости, какая там сейчас толпа берет. Да? Вот.
Тогда я у тебя свой кусок. Ну давай, подберу. Давай, да. Ты забирай, конечно же, и пробуем. Боже, за тобой такой красивый вид. Я надеюсь, камера это все передает. Кстати, еще ягнятина была с розмарином, между прочим. На секунду. Честно, как раз ягненка брать не хотела, и вот он мне так и отомстил. Так, я тоже ягненка. Я давайте из того, что ты не ела, я морепродукты. Давай, пробуй, конечно. Кальмары в соусе. Морепродукты. О, билетики наши принесли. Спасибо, да. Ага. Yes, how are you? Все, нам дали билеты на Лепер-шоу. Видимо, ягненка я выбирать не умею. Я взяла куски, которые, по-моему, на кости, они все. Я не могу его отрезать. Поэтому потом, наверное, попробую, может, нет. Так, в общем, ягненок полностью не удался. Да, у меня, ну, пока нет. У меня морепродукты, рыба, какие-то два вида рыбы, кальмары, соусы. Рыба, которую я не очень люблю, можете без костей, все вкусно, но немножко рыба. Просто я не люблю. Но есть. Ну как рыба? Два вида рыбы. Вот вторая вкусная, какая-то она потемнее. Да ты что, я пробовала, белая? Нет, ты просто отдельно, я ее не брала. А это как микс такой. И кальмары. Ну кальмары, я думаю, на тех круизах в Дерри не предлагают. Кальмары классные. Не испорченные классные. Надо тебе обязательно вернуться еще набрать кебабчик. Кебабчик. Кебаб, давай. Что с кебабом? Классный, но холодный. Знаешь, что, ну, не ледяной, но не... Уже немножечко остыл, да? Да, но вкусный. Без чеснока, вот этого, такого нет. Курочка, которая такая в соусе. Ну, как курочка. Классная, да? Это бибикю соус. В маринаде, бибикю, который я пробовала, да? Да. Курочка классная, вот ягненок только не очень удался. Пока нам не удался, да. Сейчас пойдем еще, может, все разобрали. Так. Ну, такой шашлычок, наверное, никогда не будет проигрышным. Испортить можно все. Да? Ну и как, не испортили? Нет. Ой, я хочу еще салатик попробовать. Ой, Наташ, ты хотела дома эти показать, да? Да. Ребята, это все жилые дома, чтобы вы понимали. И где-то вот там будет построено самое высокое здание в мире. Все понятно. Если Бурж-Халифа 828 метров, то это здание будет 928 метров. Вот так вот, на 100 метров больше. Вот такие вот красивые жилые дома, красивый жилой район. Но это просто, наверное, там живут счастливые люди. Вот. Табуле из киноа. Там не видно, конечно, я смешала, но это реально кино, а это не булгур. Ага, понятно. Это я что-то не... подумала, что булгур, но я, наверное, их не сильно отличаю. Ну как, вкусненько? Да, классно. Наташа довольна. Так. Ну, потуш. Потуш я не знаю, как. Ваше здоровье. Потуш вкусный? Да, вкусный, не знаю. Ну, как-то, знаешь, как будто без соли, без ничего. Ну, классно. Кстати, показываю, какая очередь уже. Люди сидели уже и пошли. А тут там что-то еще готовят. Два наших столика ходят и набирают. Там готовят вермишельку, но как-то после 7 вечера вермишелька, мне кажется, не очень алён. Все, Наташа пошла разбираться, что там. А вот прекрасная, красивая луна вышла, Наташа фотографирует. Я не знаю, как оно в камере, но смотрится, ну, будто мы в сказке плывем, действительно. Получилось что-то? Еще раз полюбуйтесь на райончик. А ты не помнишь название района этого? Если что, если вдруг не забудем, напишем в описании. Нет, какой-то Дубай Харбор Крик, по-моему. Крик Харбор. Что-то вроде этого. Люди, если вы вдруг так живете, приглашайте в гости, придем обязательно. Кстати, куда Наташа ходила, смотрите, что там делают. Смотрите, есть вермишелька. Такая. Всякие приправы выбираете, и вам мальчик микс делает, миксует вермишельку, и все очень вкусно и здорово. Так, Олечка будет сейчас пробовать умали и еще карамельный пудинг. Смотрите, такая штучка, она, я даже не знаю, из чего она сделана. Вот есть какое-то молочное что-то, есть орешки. Я даже не знаю, что это, но это безумно вкусно. Смотрите, такая. Давай. Сделай себе приятное, вкусненькое, сладость. А кроме очень вкусно, нотки чего? Это сладкое, молочное, кислое. Сладкое, молочное. Сливочное? Похоже на кашу, мне не сливочное. Ну, здесь непонятно, да, уже. Ну, понятно, это. Чего? Так, а еще вот этот вот карамельный пудинг я взяла. Мне кажется, он такой красивый лежал. Я думаю, должен быть очень вкусный. Дай бог не ягненок.
Да, не, он мягкий должен быть. Классный? О, может, просочился, растворился, все, уже нет, вкусно. Класс. Вкусно. И ушел весь мышцы. Ну, на здоровечко. Вышли мы с кораблика, круиз был замечательный, еда просто супер. Рекомендуем. Это вообще музыка, обслуживание, еда. Это реально пятерочка. Это круто. Вообще классно. Виды, классный виды. День. Вот видите, я вроде бы, насколько на Дубай говорю, ой, ну что это, Дубай, нам все классно. У нас видит этот мостик, где подъезжаем, вода вот льется, мост. Да, потом она пропускает корабль. Дальше отель Hilton, и здесь уже близко Дубай Перл. Ля Перл, и нас попросили подождать, сказали, нас проводят туда, билеты уже дали. Так что ждем. Вот корабли, кстати, на первом этаже дико холодно было, мы только что спускались с первого этажа. Слава богу, что мы сидели на втором, потому что пожалели, что мы это на первом, была бы жесть. Да, а здесь, получается, кондиционеры внизу. Все, люди выходят, а мы ждем. Все, вышли, следуем за мальчиком.
А шоу в 21, оказывается, не в 21.30. Сейчас да, в 10.09 уже, что? Даша говорит, там есть правило, что если ты опоздал, тебя вообще в зал не пустят. Ну, нет, с одной стороны, правильно, да, правильно, да, но с другой стороны, у нас кораблик так привез. Как-то вот так вот. Надеемся, людей все будет хорошо. С нами. Вот тут так прилично людей. Смотрите, мост какой классный. Идем за этим молодым человеком. Он провожает нас на это шоу «Ля Перо». Ой. А Хилл там какой здоровый. Ты да, я показала уже. Мост. Какой мост классный, где вода льется. Ну, Хилтон вообще мега-отель какой-то вообще. Ой, камеры не хватило. Все, идем вперед, главное не опоздать. Так, все еще следуем за белым кроликом, то есть за нашим мальчиком. Здравствуйте. 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 Вы тоже на шоу? На Ля Перо? Класс. Аккуратненько, аккуратненько, спасибо. Оп. Идем. Чуть в нас, чуть мы на капоте снова не уехали. Тут так. Надо бежать быстро. О, в отель Хилтон заходим. Это прям вот это. Да ладно. Ну вот и заодно Хилтон. Hello, посмотрим. Какая елочка, просто класс. Какой аромат, ребята. Вау. Лампочка. Здравствуйте. Ух ты. Зато отель Хилтон посмотрим чуть-чуть. Вот это красота. Вот это да. Ух ты. Я уж, по-моему, сняла все, что можно. Какая елочка. Это нас так проводят классно. Ну? Да, идем, ребята, надо идти. Боже, какой аромат корицы, какой-то нежный, да. С чем-то, это с ума. Это печенек вкусных. Ну, не знаю, печеньки как-то, они пахнут все-таки. Вот весело. Заодно осветим вам отель Хилтон. Класс. Наташ, не теряйся, не теряйся. Ага, шоу «Ля Перо» здесь. Интересно, это на шоу все время так заходят? Кто знает, пишите. Жуть, через отель Хилтон прям. Вот это елочки там. Вы не знаете, да? Там другой вход есть. Там другой вход. Вот. А вы откуда, молодой человек? Сибири. Ой, прелесть какая. Нужна мокрая? This way? Yes. Thank you, thank you. Goodbye, goodbye. Thank you. Все. Какой петух. Замечательный петух. Но мы бежим на шоу. Ну, а, вот другой вход. Ну вот. Ничего, мы прошли по красоте, ребята. Мы прямо лучше зашли. Ой. Так. Вы говорите, куда тормозите? Да какое все уже прям в синем цвете. Ой, тепло, хорошо, мне нравится. А вот это шоу «Ля Перо», вот это шоу, вот оно. Good evening. Oh, that's nice, football ball. Ух ты, «Ля Перо». Футбольный мячик. Конечно, я застряла, училка физкультуры. Красота. Так, сейчас мы покажем билеты, нам покажут, куда идти, я надеюсь. Наташ, мы куда? Давайте сюда. Hello. Two persons. Он сейчас наш кодик определят. И мы наверх поедем. Все, вроде как успеваем на шоу. Начинается в 9, и вот уже сейчас будем заходить в зал. Так, нам сказали, как проходить. Ой, ты слышишь, птички поют. Да, нам сюда, налево. Боже, вода льется, птички поют. Hello. Hello, hello. Так. Какая-то красота такая. Сейчас мы узнаем, что у нас, потому что hello. Непонятно. Hello. Row Q. Yes, row Q. Здравствуйте, вам надо идти прямо. Okay. Здравствуйте, наверху, вы откуда? Добро пожаловать. Спасибо, да, Узбекистан. Спасибо, привет Узбекистану. Все, вот так вот, сколько наших ребят увидели, приятно. А вот смотрите, как просто зал выглядит, это просто мега что-то. Вообще. Hi, hello. Все помогают пройти, hello. Очень дружелюбный персонал. Класс. Сейчас посмотрим. Куда нам вообще? Ой, мы куда-то идем в хорошие места, по-моему. Ладно, сейчас главное не споткнуться здесь, ступенечки. Ой, так приятно, провожают, просто присесть. Места вроде классные. Hello. Ага, thank you. А ты что стоишь? Какой твой? Какая разница? Садись, ты ж первая. Ну как это? Боже, класс. Вот, смотрите, я покажу вам просто эту арену. Ой, это просто что-то. Это как в «Пятом элементе», когда она пела, нет? Ух ты.
Ох, ну что ж, когда будет шоу, мы включимся и покажем вам элементы шоу. О, кажется, начинается сейчас. Yeah.
Смотрите, вот Ля Перл, такое красивое здание, отель Хилтон. И вот мы на лифте поднялись спокойненько, спросили у мальчика, который работает, как бы расфасовывает, разбрасывает людей. И вот нам до метро пройтись совсем немножечко, потому что в отзывах писали, что на такси доехать, да, Наташа? На такси только пешком, я вообще не знала, как отсюда дойти. А здесь вдоль, получается, моста есть пешеходная шикарная дорога, 5-7 минут пешком. Вот метро едет справа. Да, так и что, смотрите, хотели... какая красота просто. Бурдж-Халифа, небоскребы. В общем, нам пешком на метро. Отлично! Я считаю, что все классно. А с вас comment и лайк, да? Тут будет минималка, но тут сейчас такое движение. Люди выходят, садятся, едут. И поэтому действительно быстрее мы пройдемся, чем мы будем ждать такси, пока нас посадят и помогут. Но тут помогают. Тут помогают. И такой, вам такси туда. Вам на метро пешком пройдете. То есть тут стоят ребята после шоу дежурят и рассказывают, как вам добраться домой. Да, все очень вежливо, все очень классно, так что супер! Народ, ну что, классное шоу мы вам показали. Впечатление. Замечательно. У меня есть свое мнение, конечно, но это то место, где нужно побывать. Вот просто это соберите денежек, да. И реально вы получите удовольствие. Конечно, если вы видели раньше что-то еще, типа цирка Солнца, Аллегрия, первые выступления, то там, конечно, была реальная гимнастика, акробатика много, и люди были как роботы, как будто бы такое впечатление. Здесь уже немножко не то, но это шоу... Отвлекают спецэффекты. Спецэффекты, музыка, вода, огонь, этот звук, это конструкция, круто. Это круто, это безумно круто. То есть, и оно стационарное, оно есть только в Дубае. Поэтому, если будете в Дубае, пожалуйста, не пожалейте на себя денежек. Знаете, даже дешевые бронзовые места, они классные. Они классные. Посмотрели, ну, зал, все видно, все классно. Поэтому... В общем, очень рекомендуем. И вот такой у меня был день рождения. Мы показали вам круиз, показали корабль, классную еду, шоу Ля Перл. Ну, день рождения удался. А ваше мнение, хотели бы такое день рождения? Или что, конечно, вы обычно, да, планируете на свой день рождения? Пишите в комментах, будет интересно. Все, всем пока, спасибо, комментируйте. Пока, с днем рождения.